Всем привет! Сегодня 14 декабря 2019. Я на набережной. Море волнуется, сильный ветер. Сделали такую красивую на набережной арки, так украсили новогодними шарами. Сейчас. Красивая длинная арка, сделанная с новогодними шарами. Смотрите. Такие украшенные красивые шары. Так это все выглядит. И ветер очень сильный на набережной. Солнца сегодня нету, небо скрыто в серых облаках, так что будем ждать, надеяться, новой хорошей погоды. Заметно увеличивается ветер с моря. На море есть небольшие волны.
Сегодня 14 декабря 2019 года. Такая вот погода сегодня. Но мы не расстраиваемся, будем ждать скорой теплой весны, лета. В каждом времени года в Ялте своя красота, своя прелесть, своя какая-то изысканность. Так что гуляйте, наслаждайтесь хорошей погодой, хорошим настроением, солнцем, морским воздухом, свежестью от моря, чтобы у вас было чудное, хорошее настроение. Всем желаю. Чтобы вы делали добрые дела и радовали своих родных, близких хорошим настроением. Вот какие волны.
вот волна идет. Апельсин стоит, никого там нету, людей нету, на зиму его закрывают. А вот и волна. Ладно, всем, ребят, хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео. До новых встреч на моем канале. Всем хорошего дня.